На наших глазах исполняется слово. Последнему кругу начался отчет. Вы только представьте, почти все готово. И скоро Христос за невестой придет. Назначена встреча, усмотрено место, и стрелки сойдутся вот-вот на часах. Примеряет невеста, чтоб в белом наряде предстать в небесах. Столетия прошли, и остались минуты. Как хочется, чтобы час встречи настал, и праздником вечность ворвется в то утро для тех, кто Иисуса Христа ожидал. Им явит Господь благодать восхищения, поднимет Он церковь свою над землей, на облаке белом. Святые мгновенья обнимет невесту простор голубой, и вверх в небеса через звездные дали жених и невеста об руку рука. Все ангелы скажут, как долго мы ждали, с каким нетерпением считали века. Жених и невеста, брак Божьего Сына, зал тронный, и гости, и ангелов хор. О, кто же опишет такую картину, которой не видел ничей еще взор? И я не могу описать этой встречи. Все в тайне пока, но свершится. Мы ждем. Вздохнет, провожая невесту, планета. Вздохнет и заплачет прощальным дождем. На небе у Бога почти все готово. Невеста торопит, гряди, Иисус. О, сколько искупленных, слава Христова! В молитвах желания это несут. Он скоро придет, Он придет неизменно, и явными станут невесты мечты. Уж раздаются шаги во вселенной, рассвет приближают молитвы святых. Жених не замедлит, час встречи известен, ждет церковь, но ждать нелегко на земле. И сердце все громче стучит у невесты. 2 месяца ждать или несколько лет, не знает невеста. Я тоже не знаю, но с мыслью одной день встречаю любой. Гряди, мой желанный, тебя ожидаю, мой царь, мой Господь, мой Спаситель, мой Бог. Не мне устанавливать, Господи, сроки, и вовремя Ты за невестой придешь, но с тайной надеждой шепчу эти строки. Быть может, Ты завтра нас в небо возьмешь. Аминь.